Здравствуйте, ребята! С вами канал «Удачные рецепты с Анюткой». И сегодня на канале Алкофан я предлагаю рецепт настойки из киви. Плоды киви моем и очищаем от кожуры. Мякоть нарезаем кусочками и измельчаем в блендере или электрической мясорубкой. Полученную массу вместе с выделившимся соком складываем в емкость для настаивания, в стеклянную банку или бутылку. Добавляем цедру. Заливаем алкогольной основой. Перемешиваем. Емкость герметично закрываем. Переносим на 30 дней в темное место с комнатной температурой. Встряхиваем раз в 3-4 дня. Готовую домашнюю настойку из киви фильтруем через марлю. Жмых хорошо отжимаем. Далее пробуем на вкус, по желанию добавляем сахар, мед или варим сироп. При появлении мути или осадка фильтруем через фильтр для кофе или вату. Срок годности до 2 лет.